Уникальный продукт Центра активного долголетия «Вера» – адаптивная подушка. Волонтеры из Кузоватова – единственные в России, кто создает безвозмездно подобные изделия. Серебряные волонтеры придумали и разработали полный цикл производства таких подушек. Консультировались с врачами и специалистами, пробовали разные формы, выкройки и наполнители. И спустя недели идеальные образцы были отправлены в госпиталь. Раненым бойцам подарок волонтеров понравился. Эффективность подушки оценили по достоинству. Она снижает давление на суставы, помогает уменьшить боль и не зарабатывать пролежни. Мы занимаемся с 2014 года волонтерской деятельностью. Помогаем жителям Донецка и Луганских народных республик. Готовим всю необходимую гуманитарную помощь. И эту помощь мы возим вместе с моим мужем. Сами к жителям. Но с 2022 года мы стали помогать ребятам, которые находятся в зоне СВО. И также с мужем отправляем на первую линию гуманитарную помощь, которую готовим всем рабочим поселкам Кузоватова. Волонтеры из Кузоватова приехали в Ульяновск, чтобы поделиться своими знаниями со всеми желающими. Кроме адаптивных подушек, активисты рассказали самый вкусный рецепт пастилы и поведали о процессе изготовления нижнего белья для раненых. В свою очередь, гости мастер-класса принесли свои разработки, чтобы обменяться опытом. Мы плетем сети для СВО, и с остатков мы делаем нашлемники. Сами вяжем основу, вот, и набиваем эту основу для бойцов нашлемники. А из остатков, да, сети остается, мы плетем, сюда плетаем. Да. Недавно Центр активного долголетия «Вера» выиграл федеральный грант на 200 тысяч рублей для создания адаптивных подушек. На эти средства волонтеры закупили специальные долговечные материалы. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.